Эбби, Султан и их дети. Это вот такой вот вольер для овчарочек. Очень красивый Султан, похож на своего папу. Эбби похожа на свою маму. Очень хорошие дети. Детям 3,5 месяца. Яркая собака. Надо детей продавать уже. Детей уже продавать уже. Уже родители устали. Да. Потихоньку нужно продавать детей, потому что дети уже 3,5 месяца, полностью привиты. Их 5 мальчиков и 3 девочки, правильно? Да. Но сейчас одного уже нету. А все уже забрали. Девочку забрали, да? Да, напомню туда. Да. А там кто? Это Нюху. Это очень красивый и добрый Нюху. Мальчик Джек, девочка Дженни. Джек и Дженни. Джек и Дженни. Ну, из разных помета, да? Да, из разных. Красивые. А Султана и Эбби. Игрушка полетела. И деточки побежали проверять. Детям 3,5 месяца, они в продаже от огромного красавца Султана и эффектной Эбби. Султана и Эбби от двух немецких производителей. Султан нашей одесской крови. Пошли, папе пошли. Детям. Папа Султан. 3,5 месяца. Папа Султан. И девочки, и мальчики там 5. Мама устала. Мальчиков и, я так понимаю, что 2 девочки осталось на продаже.